такой красивой абстрактной композиции начали. Это уже можно снять. Написано: оставьте нас в покое. Не хотим никого видеть. Анна, в какую сторону? Хозяин в эту или... Смотрели, знаете, не смотрели, приблизительно приехали. Фермерский маркет. Уже 3 дня едем, не доедем. Приехали немножко отдохнуть, отвлечься. Сегодня уезжаем. Но сначала нужно выйти отсюда. Хотя, выходим, вещи в машину, а я сама иду на заслуженный отдых, на массаж. И вы со мной. Мужчины не ходят. Hello. Уже доехали, господин? О, лед забирает. Подходим к спа. Quiet. Теперь ты красивый. Ждем. Массаж прошел на славу. Подробности сейчас рассказываю. Такой массаж у меня еще не был. И, честно говоря, очень больной был. Такого болезненного массажа у меня еще действительно не было. Не смогла расслабиться, не смогла поспать немножко. Обычно расслабляюсь и чувствую, что творится. В конце говорят: а мы уже закончили, я грущу и ухожу. В этот раз не смогла, но массажисту сказала, где конкретно болит, где... Обычно спрашивают, да, какие места хотите, чтобы побольше поработали. Сказала lower back, нижний пояс или поясница. Сказала и лучше бы не сказала. Все точки, то, что не нажимал, я еле держалась, чтобы не кричать. Но спрашивала: вам больно, наверное, может, полегче? Сказала: нет, полегче не надо. Нажимайте, массируйте, удаляйте этот боль к плохим людям, сказала. Дайте мою боль к плохим людям и чуть побольше дозы добавляйте сверху, сказала. Anyway. Даже написала, китайский массаж был, название написала, имя массажиста написала, в следующий раз сказала, если в жизни еще раз в этих краях побудем, сразу легко стало. Он не любит массажи. А столько людей было, пары. Здесь американцы очень любят парные массажи. Ну, мы с женой или кто-кто. Вместе приходят, вместе уходят. В конце шампанское. Сказали, шампанское или apple cider, яблочный сок, шипучка. Сказала, шампанское только с парой. В паре пью. Да, очень хороший массаж был. Спа? Так себе сказать, что такое. Steam сауны не было, сауна с паром не было. Сказала, для этого вы должны зарезервировать, а на сегодня уже поздно, еще всего лишь 3 часа было. Что еще не было? Много чего не было, но обычная сауна была, такая обычная. Но отдохнула, успела отдохнуть, так что счастлива, можно назвать отдых полноценным. А теперь, думаю, можно пощадить. Но слово хочу и не могу найти. Одобрить человека, который спонсирует мои массажи и все мои приятные моменты в жизни.
голоден человек. С утра, можно сказать, не ели, не пили, голодовку себе устроили, протестуем, голодуем, но хватит, больше не хотим. Поискали суши-ресторан, маркет открывается через 1.5 часа где-то. Пока поведу этого добрейшего человека, 2 или 3 видео он монтировал, пока я себе там шампанское чуть ли не пила. Поедем, покормлю хорошенько и уже на маркет или в маркет. И домой, домой. Все рассказала. Благополучно добрались, паркинг нашли впервые в этом городе, сразу приехали и нашли стоянку копеечную, то есть с копейкой, но это большое достижение именно в этом городе. У них нигде, извиняюсь, я здесь, дефицит паркинга, стоянки. Окей, выпускаемся. Не холодно, но на всякий случай я уже повзрослела, сквозняков боюсь. Действительно боюсь сквозняков. А то погода такая приятная, мягкая. Называется Гоши Суши. Кажется, нас сюда не пустят без резервейшн. Хотели резервейшн сделать, было написано, столов нету, и не старайтесь даже. И мы на ура приехали. Подумали, это они шутят, но не шутят. Кто пришли с резервейшн? Yes. Okay, it's okay. What is your name? Aram, A-R-A-M. And phone number? 818. 45 минут или больше. Самый лучший по рэнкингу в этом городе суши-ресторан. От 5 у них 4.8. Да, будем ждать, значит, как настырные, упорные customers. Смотрите, большой ресторан вроде, вот здесь рестораны, разные ресторанчики, а стоянок нету. Скажем, для приличия каждый ресторан должен иметь хотя бы несколько ресторанов. Стоянок. А нету. Это мексиканский аром, здесь текилу пробуют. Не хотите на голодный желудок еще и текилу пробовать? Пойдем поближе познакомимся с этим маленьким городком. Называется Сан-Луис-Обиспо. В этом районе, то есть, находимся. Это место перуанский ресторан. Кто помнит этот ужасный перуанский ресторан? Очень близко находимся. Очень много хиппи здесь, молодежи много, очень. Кесадилья горилла, build your own кесадилья, как хотите свою кесадилью сами аранжируете. О, кремры, это мороженое здесь покупают. Видели? Помнишь, сидели в перуанском ресторане? Где этот ресторан? Этот, да. Сидели и видели молодежь. Ходит, все мороженое едят. Говорю, какой-то, наверное, повод. День мороженого. Ду мясо. Оказалось, там мороженое есть. Специальный магазин. Кримеры. А здесь вы сидели?
сидели. Там женщина стояла, курила. Плохой-плохой ресторан. По-моему, это съедобное, если не ошибаюсь. Помните, покупала в маркете? Но очень похож. Невкусный что-то был. Ах, ванилином пахнет, Арам. Но буду держать себя в руках. Мороженое не захочу. Хотя очень хочу. Сегодня что было? Сказали, ох, мороженое съели бы. Но не сегодня, вчера были в этом замке Херста. Американский бизнесмен, повезло человеку, родители наследство оставили. И наследство на наследство. В общем, ничего такого из себя не представляет ни сам человек, ни этот замок. Просто депрессивный, очень такой тяжелый на дизайн что-то, но так восхваляют. Прямо чуть ли не на небеса этого человека. Что он делал в особенности, был, в общем, даже не интересно, кем он был, что он делал до той степени. Anyway, после этого такая тяжесть была в голове, на душе. Дом, сам дом, такая энергия была и в этом доме. Хотелось убежать, как сказали, это последний, что-то, какой-то бассейн, внутренний закрытый бассейн был. Сказали, вот и дошли до последней точки, гид, с гидом был еще. Вы бы увидели мою радость, как я хорошо себя почувствовала, что все, закончилось это наше мучение. Хотела выйти из этого, особенно дом очень тяжелый был внутри. А дворик ничего, ну, человек очень хорошо зарабатывал, платил разным и художникам, и скульпторам, чтобы со вкусом и красиво аранжировали. Anyway. И после этого, помню, вышли, сказала, я не советую, чтобы время потеряли, да еще и $30 за вход. Хотя это один из туров, первый. Да еще и эти туры разделили на разные степени. Первая степень, если вы впервые, нам этот тур предложили. Есть разные. Берегите свои $30, купите мороженое, сказала. Как выключили камеру, мужу говорю, Арам, как бы сейчас мороженое. Хотела что-то холодного, чтобы как бы охладить, освежить и голову, и эти чувства. До вечера не могла почти себя прийти от этой тяжести. До чего же энергия этого места была низкой, тяжелой, нехорошей, особенно в доме, не могла держаться. Хотела выйти. И потом мороженое. Всегда после чего-то такого тяжелого хочется мороженого, холодного, освежающего, что-то из детства и что-то вкусное. American bully? That's American bully? Yes. Oh, we have Pitbull American bully mix. The best dogs ever. Oh, she's a sweetheart. She's just kind of shy. It's okay. It's okay. Это была любимая собака мужа. Он такую собаку хотел. Американский булли. Но у нас питбул, американский булли микс. Такая хорошая. Сегодня дети. Хотя я сердилась, потому что все это происходило на кровати Арнака. Арнак вообще... Окей, не сержусь, но... Алма и Ишхан играли. Вы должны это увидеть. Лилит на Инстаграм выставила. Думаю, мы тоже где-то в этом уголке или в этом уголке увидите. Они играли. Это была не борьба. Альма очень нежно подходила, а Ишхан не царапал. И даже как будто играли, бокс играли. Что-то вы... я чуть не заплакала от радости. Мы очень долго ждем того момента, когда они подружатся. А то я уже готова
Сегодня ночью Арам рассказала тебе коротко, сон видела, собаку нашла, грязную, даже очень плохо пахло. Пришла с этой собакой к мужу, и он смотрит, говорит, даже и не вздумай собаку завести. Помню, такой сон был. А я говорю, сейчас я ее мою, и она наша. Но не взяли потом, но проснулась. Маркет уже собирается, сегодня концерт будет. Кажется, вовремя даже пришли. Помните эту статую? Снимали. Как назывался? Не увидела. Но что-то про это кто-то рассказал. Или путаю. Путаю, наверное. Уже начинают варить, парить. Знаете, в этот маркет люди в основном приходят, чтобы что-нибудь отведать. И очереди большие бывают. Начало маркета, такие фуд, ну, бутики, так, киоски. И потом уже маркет всего лишь несколько шагов. А остальное просто еда, еда, еда. Ой, сегодня профессионалы снимают. Hi there, preachers. Can you hear me now? You look your way, cook, man. Gotta go. Hey, lady. Smells so good. Так хорошо пахнет. Сейчас аппетитно. Суши, кажется, подвернется на шашлык. На настоящих углях делают. И лимонад есть. Сегодня пир, кажется, собираются делать горожане. You can say hello if you like. They're very friendly. That's Riley. Nice to meet you, Riley. And that's Andy. Hi, Andy. He's an angel. Говорит, можно фото сделаю. Собака. Говорю, конечно, можно. Говорит, я всех снимаю. Кто ее гладит, я снимаю. Говорит, девочка 3 годика и мальчик 8 лет. Какой хороший, добрый. В 6 часов здесь будет, прохода нет. До той степени. Хот-доги, кажется, собираются продавать. И через пару шагов начнется, думаю, уже маркет. Походу рестораны, магазины разные, но пустуют. Чурос. Здесь чурос покупали. Интересно, да? Рестораны пустуют, а уличная еда сегодня бушует. Начинаем все больше и больше любить это место. Люди разные, очень такие сердечные, как будто уже давно знакомые. Разговаривают, делятся. Такие welcoming, очень добродушные. Не то что в некоторых местах. Что в глаз бросается, наверное, об этом говорила. Молодежь здесь выглядит натурально, то есть без всяких излишеств. Поняли меня. Все какие такие, такие, какие есть. Обычные, нормальные, как в старые добрые времена.
Магазин мебели. Здесь не шапились в магазин и не заходили. Когда такое разноцветное что-то творится рядом, в обычный магазин или в обычный ресторан не хочется. Хочется к людям. Чувствовать себя человеком, как раньше. Уже начинаешь скучать по нормальным. По нормальным временам человек начинает скучать. Кофточка красивая. Люсин, наверное, такое понравится. Но короткий не понравится. Ничего короткое, узкое, тугое не любят. В магазин не хочу зайти. Везде пахнет вкусным что-то, чем-то, вкусным чем-то. Новый магазин открывают, Арам. Какое-то шоу будет. Акробаты, наверное. Выясним. О, сливы какие. Еле держусь, чтоб сразу не начать с маркета. Но мы сначала в ресторан, потом маркет. Так планировали. Цветочки красивые. О, калифорнийские. Дейтс. О, забыла. Are these carrots from California? Yes. They look so juicy and delicious. I'm gonna get them later on my way back. Еще не закончили укладываться. Ну, по местам. Яблоки какие аппетитные. Ура! Нужно поехать к яблокам. В то место, где яблоки покупали. Ищу помидоры, как у Иванушки. Девочки стараются. Интересно, что будет. Купальники такие в полоску. Увидим, не беспокойтесь. Разные рукодельные что-то продают. То, что, наверное, очень любит создавать. Из клей, из глины. Не знаю, у кого-то свечи, у кого-то silverware. Украшения. А у кого-то попкорн. Бабочки и бандана для собак. А мне жалко, когда на собак что-то вешают или одевают. Я даже ошейник не люблю одевать, но иногда приходится, нужно. А там еще бабочки, мамочки что-то одевают, особенно на голову, на шею. Это, думаю, не очень хорошо. Мне нравится, думаю, собакам. Веганские печенья. Очень веганские печенья. Бывают вкусные, но в основном не надо путать печенье.
Не, да, не надо травмировать печенье. Ой, господи, как вы хороший. Turn! Turn yourself! Turn around! Sit! Sit! Good girl! See? So can I pat Не знаю, замечали, здесь очень любят, когда подходите, гладите их собаку. Так гордятся, что-нибудь хотят, чтобы собака или показала, или крутилась, или садилась, на камеру смотрела. Да, и все дружелюбные, никто не кусается. Наша Анжелика недружелюбная была. Почему она такая любвеобильная? Но только к нам. Здесь еще не открыто, а очередь уже стоит. Представляете? Как же популярно и, наверное, вкусно. На вид вкусно выглядел. Очень. Терпеливо стоят, ждут. Арам, нужно было здесь в очередь стоять, а не за суши ждать. Уже 40 минут ждем, пока не позвонили, ничего не сказали. Если так продолжится, я стою в очередь. Решили прийти сюда и стоять перед их носом и недовольные рожи строить. Может, вспомнит про нас. Может, поможет. Уже 40 минут прошло? 45 прошло. Нам сказали 45 или чуть побольше. Сейчас немножко побольше постоим. Чуть. И будем протестовать. Будем голодовать. Голодать. Посидим на полу и будем голодать. Okay, we're outside already. Okay. Позвонили, говорят, 10 минут. Подождите. Говорим, мы ждем уже 50 минут. Сидим, ждем. Здесь беседовали с людьми. Говорят, у меня сегодня день рождения. Пришли отмечать и ждут детей. Дети еще не пришли. Говорят, всегда ждем детей. И человеку 82 года, выглядит как максимум 70. Чаря! Хорошо выглядит, свежий. Жена тоже хорошенькая. Эй, наша. Окей. Okay. Thank you.